Ехали с Ивано-Франковска в Херсон и решили по пути переночевать. И вот решили остановиться в такой мини-гостинице. Называется Вилла Венеция. Раньше это был частный дом на большую семью. Сейчас посмотрим, что тут есть. Главный вход. А машину мы убрали, вот здесь теплые гаражи. Не надо оставлять на улице, прям заезжаешь в гаражи. Сейчас мы и внутрь в гаражи зайдем. Красиво, конечно, тут. Здесь можно покушать сразу. Кушать, телевизор смотреть, отдыхать. Так, здесь у нас дальше. Сейчас темно, тут сауна. Бассейн, сейчас посмотрим. Бассейн. Сауна финская, сауна турецкая. Заходить не буду, свет включать. Также есть бильярд и настольный теннис. Так, а здесь мы сейчас... Свет, не знаю, где тут свет есть. Свет везде, кстати, автоматически включается. Тут где-то должен быть гараж. Конечно, здоровый дом. Ой. Что-то свет. Наша машина. Также можно на квадроцикле покататься. И с этой стороны. Вот то ресторан. Тут летний бассейн уже закрыли на зиму. За забором там есть футбольная площадка, теннисный корт. На этой площадке летом волейбол играют. Это джакузи тоже уже на зиму законсервировали. Вон наш балкон, свет горит. Номер покажу чуть позже. Несмотря на то, что уже ноябрь, а зелени хватает.
озеро. Летом тут, говорят, все номера забиты, особенно много спать. Даже просто пофотографироваться приезжают. Сейчас людей мало. Всего здесь 9 номеров. Цены тут дешевые. Сейчас пойдем номер посмотрим. Так, отсюда мы пришли. Не заблудиться бы. Ремонт сделан классно. Так, здесь у нас лестница наверх, на второй этаж. Сейчас поднимемся. Люстры какие. Где свет включается? Там, да, оп, нужно здесь снять. Даже, может, балкон открыт. Глянем. Да, балкон открыт. Это общий балкон. Оттуда мы приехали. Это город Винница. Номера. На первом этаже вне сезона, в ноябре, по крайней мере, номера от 650 гривен. На втором этаже номера от 950 гривен. Вот наш номер. Наш номер стоит 950 гривен. Кровать тут с хорошим матрасом заряжена. Плазма здоровая. Ванная. Ванная тоже здоровая. Халаты, шампуни, все это дело есть. Ковры по всей гостинице, дому. Тут у нас номер с балконом. Выходит на ресторан, на бассейн, на джакузи. Вид сверху. Отель за такую цену вообще отличный вариант. Сейчас мы заказали ужин. Я могу показать быстро, что тут на завтрак отдельное меню, а вот на завтрак вот меню.
Можно цены посмотреть. Место классное.